Забудьте мне по праву. Никита Владимирович, расскажите, кто и как вас пригласил сегодня в VIP-заезде поучаствовать? Где до и после. Ну, это была большая история у нас. Значит, вот Алексей Костов, который организатор этих соревнований, вот он еще с осени меня приглашал сюда на соревнования. У нас очень много общих знакомых. Мне как бы не отказывается никогда, хотя загрузки очень много в эту зиму. Теперь и мы на камень в лету примите, красная семья. А скажите, вы сейчас где-то занимаетесь, принимаете участие в Казахстане? Я сам уже закончил заниматься, конечно. Я так активно так не действую, не выступаю в соревнованиях, не ветеранских там. И я просто как участница под четвертым номером. Поддерживаю себе, стараюсь где-то один час в день, стараюсь. Это команда в составе Анисианец Ганикор. Летом это. Она сейчас пошла на дистанцию. Ходьба, зимой это лыжи. И Родионова Валентина. А так девочка из спортивной школы номер 19. Результат я не вижу. Но они у нас не лидеры. Ну а как сегодня вообще впечатление? Расскажите, вам нравится? Великолепно. Во-первых, мороз, хорошая погода сегодня, хорошее скольжение. Вот детишки, смотрим, борьба идет интересная, очень напряженная. Такая борьба, все борются. Вот мы их не тем более стимулировали здесь. В составе Крепковой Надежды и Фроловой Дарьи заканчивают свой очередной этап. И следом за ними в упорную борьбу идет командой номер 2. Спасибо большое. А как вас представить? Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам. Извиняюсь, под номером 2 у нас Суворова Надежда Малафеевского. Евгения, это представитель спортивной школы номер 3 города Ярослава. Да, название сейчас в клубе вот время. Данила Шанас, Кузин, Королей, последний король Нового. Итак, на дистанции по третьим номерам у Славы.